Немножко манго. Раз, два. Вот тут вообще запретный плод, ребят. Вот это вывозить нельзя. Самая главная контрабанда. Пабло Эскобар. Видите, да, что тут у нас? Дуриан. Как мы будем вывозить дуриан из Таиланда? Все очень просто. Так, ребятки, всем привет. С вами Сан Саныч Богомолов. Небольшие сборы в Москву. Едем на праздники. Что я взял в Москву? Немножко манго. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 15. 15 манго. 15 манго, получается, вытянуло все это дело. 2 килограмма то, и это 3. 5 килограмм. 5 килограмм манго. 2 ананаса больших. Каждый ананас по 22 бата стоит. Маленькие бэби ананасы, которые называются, жутко вкусно пахнут. Вот маленькие ананасы, килограмм 45 бат идет. У меня тут примерно 1,5 килограмма. Потом сладости, банановые чипсы, манго сушеное, папайя сушеная, тамарин, гранатик один. Гранат вообще там 15 бат. Гранат австралийский. Вот тут вообще запретный плод, ребят. Вот это вывозить нельзя. Кокосы. Бананы, кокосы. Сейчас сфокусируется. Что он фокусируется? Вот. Кокосы. Кокосов. Раз, два, три, четыре. 5 кокосов. Не знаю, насколько они. Каждый кокос 30 бат стоит. Весом килограммов, наверное, 4-5 эти кокосы. И вот тут, ребят, самая главная контрабанда. Пабло Эскобар. Видите, да, что тут у нас? Дуриан. Как мы будем вывозить дуриан из Таиланда? Все очень просто. Мое личное ноу-хау, изобретение, ребят. В магазине отрываем от ананаса верхушку. Вот так вот ставим, чтобы на сканере это казалось ананасом. Обсыпаем все это дело кофе вокруг, чтобы запах нейтрализовать. Дуриан обязательно должен быть не треснутый, тогда запаха будет по минимуму. Так у него кожица тоже чуть-чуть источает запах, но не так сильно. Если обсыпать все это дело вот так вот кофе, то кофе нейтрализует этот запах. Все это завернем где-то примерно в 5 пакетов и провезем. Вот как это смотрится, ребят. Так, что еще? Мангустинчик. Ну, мангустина килограмм всего взял. Тут у нас все. Чай. Вот этот знаменитый голубой синий чай. Каркаде. Кокосовое молочко. Это все на подарки. Все на подарки. Тут у нас, опа, тут 2 килограмма. Офигенный фрукт, он аж через кожицу пахнет, очень полезно, очень вкусно, маракуйя. 2 килограмма маракуйи, зубные пасты, печенье орео и в России есть, ну ладно, взяли. Так, зубные пасты тайские, вот эта паста вроде по 29 бат стоит, вот эти вот большие, вот это вот самая сумасшедшая, обычная белая прозрачная паста, без вкуса, без никакого, вот она самая лучшая. Вот эта травяная паста 29 бат, вот это 89 бат, вот это тоже по 89. Еще чай, вот эти синие цветочки, потом масочки дамам в подарок, о, тоже надо это сейчас все из коробок доставать, чтобы меньше места занимало. Ладно, потом достану. Так, это мое. Штаны себе купил, ребят. Такие стильные.
хочу ее. Так, вот это вот баул. Туда все пойдет с H&M. А, что еще я взял? Мыло сумасшедшее вообще. Прям хорошее. Рисовое молоко с медом. Вот тоже. Мед плюс коллаген. Rice milk, salt spa. Короче, соль, рисовое молоко для бани. Так, шапку купил себе. Эверестовскую. Прикольная такая. Ага. Ну, конечно, цена у нее 129 бат. Немножко вот это поотрезать. Потому что в России зима. Очень-очень холодно. Так, ну это все, ребят. Ну тут у меня еще вещей там очень-очень много. Надо собираться. Всем доброе утро, ребят. Время 7 утра. Нахожусь в аэропорту города Пхукета. В новом терминале. Ну чё? Я прям как Пабло Эскобар. Дуриан, кокосы. Все сдано в багаж. Не вызвало никаких подозрений. Чуть-чуть, правда, они говорят, что это у тебя такое вот? А там кокос здоровенный, он прям, ну, не просвечивается, черная такая блямба. И рядом я специально положил газовую печку с ним. Я говорю, так это газовая печка там. Они, типа, покажи, я показываю, о, все, хорошо. Я прошел газовую печку, выбросил. Все нормально. Вещи сданы в багаж, дуриан, один дуриан, 5 кокосов. Конечно, перевес был небольшой, у меня 36 килограмм, ребят, получилось, представляете, 36 килограмм. Пришлось эти 36 килограмм раскидывать, у меня ручная кладь была 3 килограмма, моя маленькая сумочка, походный рюкзачок, и 36 килограмма в багаже. Все так быстренько, хитро перетусовал, в багаже оказалось 23 килограмма. В ручной кладе оказалось 10 килограмм. И в руках 2 ананаса, гранат, маски, крема. Ну все это. Так что так, ладно, сейчас надо завтрак принять. Нету нормального завтрака. Где наш родимый Макдональдс? Завтрак, какао, яичко. Да, конечно, новый терминал на Пхукете. Это прям здорово. С видом на море. Завтрак принять. Нету нормального завтрака. Где наш родимый Макдональдс? Завтрак, какао, яичко. Да, конечно, новый терминал на Пхукете. Это прям здорово. С видом на море. Очень красиво. Ладно, ребят. Багаж летит, кстати, сразу до Москвы. У меня пересадка в Новосибирске. Ребят, оказывается, Бургер Кинг есть тут. Вот он находится, спрятался в подворотне на втором этаже. Нормальный завтрак сейчас отзавтракаем. Настоящий, с витаминами полезный. Короче, ребят, на 318 бат все взял. Завтрак, омлет, котлетка, какие-то картоплянники. Потом маленький чизбургер и кофе дали. Я у них спрашиваю, у вас можно кофе, либо... Orange juice. Я говорю, у вас orange juice настоящий, вкусный? Она говорит, orange juice, да, есть orange juice. Я говорю, как он по вкусу? Хороший, плохой, из чего он сделан? Она, orange juice, есть orange juice. Я говорю, давай кофе. Как бы я не употребляю кофе вообще, но перелет предстоит адский, блядь. Так что, кстати, попробуем. Картопляники офигенные, вот как бабушка готовила. Один в один. Видимо, моя бабушка рецепт продала в Бургер Кинг этих картоплянников. Все, на посадочку идем. 6 часов лететь до Новосибирска. В Новосибирске 3 часа пересадка. Там в Новосибирске уже поужинаем. И в Москву. Новый терминал, новый аэропорт. Старенький аэропорт сейчас только на внутренние рейсы по Таиланду работает, новый на интернациональный. Конечно, новый красивее, с видом на море. Все по красоте сделано. Правда, еще до конца не полностью работает. Допустим, электронная регистрация закрыта еще через интернет. Еще систему не настроили, но скоро они все это сделают.
Новосибирский снег лежит уже. Снега не видел 4 года. Хотел выбежать, в снегу поваляться. Ладно, уже в Москве, когда буду, когда снег пойдет, поедем на горнолыжку какую-нибудь с корабейкой.